Мои хорошие, наш трек «Мирам и Бебе» просто поднимается на всех площадках. Четвертое место iTunes. 30 какую-то забыла в Apple Music. ВКонтакте слушает. Так приятно. Спасибо большое за вашу любовь и поддержку. Свайпайте. Слушайте на всех цифровых площадках трек «Мирам и Бебе». Отмечайте меня в сторис, танцуйте, кайфуйте. Спасибо вам большое за такую колоссальную поддержку. Давайте топим выше, 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 выше. Только... Да. Просто что не кадр, шедевр. Шикарно. Просто шикарно. А красиво, вообще... красиво. Это очень красиво. Я думала... Ну, добрая граница. Никита всегда на всех съемках, и даже без съемок, всегда за это. Спасибо огромное. Спасибо просто... Да, спасибо, что пришла. Да. Это подход просто. Мне за счастье работать с вами, сняться сегодня, между прочим, это очередная обложка. Шестая обложка. Космо. Это... Господи, спасибо. У нас тут беда, в общем, я вообще верю в этот трек, и очень круто, что мы сработали спустя такое количество времени. Тоха, два-три слова комсомоль. Ну что, мои красотки, этот костюм просто покорил ваши сердца и мое сердце, поэтому я сделала еще один цвет. Я даже не знаю, как его объяснить. Он такой красивый беж, очень благородный. И смотрите, как круто смотрится, с длинными рукавами, с капюшончиком. Be strong. Качество бомба. Ольга Бузова дизайн. Есть черный, голубой, бежевый. Сделал я еще штанишки подлиннее. Сейчас длина это, конечно, актуальная, но если вдруг будет холодно, да, сразу можно подобрать и шортики заказать, и ну, спортивные штаны. Так что, мои красоточки, заказывайте. Такой цвет тоже есть в наличии. Качество просто бомба. Ты не видишь очи. Очи. Я знаю, что ты хочешь меня... Ночью. К ночи, правильно. Знаешь, сердце... Хочет. В клочья, в молодец. Клочья. С тобой давно уже пора... Закончить. Закончить. Да, дальше. Мэрамэ. Так учи, Таня. Ну что пришла? Что пришла? Я сегодня выучу и сниму видео. Так как? У вас там все сторис. Да, а обещать значит сделать. Танец, глаза, очи. Да, я знаю, что ты хочешь меня к ночи. Вот так. Сердце в клочья, в клочья. С тобой давно уже пора закончить. Да, молодец. А потом бедрами так. Вот так. Все, Светлова сегодня снимет видос. Я все сниму, все сниму, все сниму. Ну что, я цветочек. Образы меняются у меня прям по часам. Наконец-то иду в кадр. Вторник, шоу «Остров любви».
тратить время на переезды, потому что еще огромное количество дел, несмотря на поздний час. И, ну, я точно сегодня ночью не буду спать, потому что я буду ждать обновления чата ВКонтакте. И прямо сейчас поставлю ссылочку, чтобы вы послушали трек ВКонтакте, если вы еще его вдруг по какой-то причине не слушали. Желтый чемоданчик. Путешествие продолжается. Ну что, мы с вами залетели в чарт, в буме, в топ на 19 место. Дальше только выше. Спасибо вам большое. Утро доброе, несмотря на то, что я просто мега не выспалась, очень-очень поздно легла, знала, что рано вставать, но, во-первых, нервничала, переживала, смотрела ваши сторис, ждала обновления ВКонтакте, в итоге где-то только под утро уснула. Любимые мои, мои хорошие, за сутки мы с вами на 3-м месте в iTunes, на 19-м месте ВКонтакте, 22-й Apple. Это что-то невероятное происходит, и я безумно счастлива, что Мэра Мэбэба песня нашла отклик в ваших сердцах. Давайте максимально просто распространим эту песню вообще везде. Скачивайте, добавляйте плейлисты, слушайте, снимайте свои видео, естественно, сторис, тикток, все абсолютно. Желтый чемоданчик. Воу. Ой, уже такой, уже немножко потасканный. Путешествие, желтый чемоданчик. Всем привет, я Ольга Бузова. И это Джара. И Ханза. А вы слушаете. Ты не видишь очи, очи. Ночью смажь сердце в кожу. Я жую обед без сахара.